Джордж Клуни впервые стал отцом, как назвали первенцев, какую скорость развивает самый быстрый лифт в мире и где разработали беспилотный трамвай, которому к тому же даже рельсы не нужны. Об этом и не только в нашем обзоре. Амали и Джордж Клуни стали родителями. Малышей назвали Элла и Александр. Известно, они здоровы и чувствуют себя хорошо. Парочка давно хотела стать родителями. Для обоих дети первенцы. 20 человек пострадали в Перу во время забега быков. На площади города Уанка-Велика люди дразнили свирепых животных, а потом разбегались в разные стороны. Одного человека быки подцепили рогами, другие попали под копыта. Большинство пострадали в давке. Самый быстрый лифт в мире разработали японцы. В Китае подъемник вмонтировали в небоскреб города Гуанчжоу. Он развивает скорость до 75 км в час и поднимается на крышу за 25 секунд. Кабина оборудована специальной системой компенсации давления, поэтому у пассажиров даже не закладывает уши во время подъема. И еще в Китае показали беспилотный трамвай. Транспорту не нужны рельсы. Разработка – это смесь автобуса и трамвая. К составу можно цеплять дополнительные вагоны. Едет он со скоростью 70 км в час и вмещает 300 пассажиров. Лыжник-парашютист чуть не сбил девушку в бикини. Отдыхающая просто смотрела в другую сторону и не успела среагировать на происходящее. Туристка даже не заметила, как лыжник чуть не снес ее. В происшествии никто не пострадал. В Соединенных Штатах коня доставили в больницу вертолетом. Скакун упал на крутом спуске в национальном парке возле Лос-Анджелеса и повредил ноги. На борт вертолета конь никак не поместился, поэтому животное привязали веревками к машине. Японские археологи нашли 8-метровый скелет динозавра, ему около 70 миллионов лет. Это самый крупный скелет из всех найденных на Земле. Исследователи из Хоккайдо назвали открытие одним из главных в истории Японии. Динозавра из семейства утконосых назвали дракон Мукава.